Это снова я, Сергей Ченов, и находимся в Москве. И мы здесь просто спрашиваем людей о том, что они думают о термокружке. Вопросов буквально пару штук. Скажите, вы любите кофе? Люблю, конечно, да. Кофе? Я люблю, да. Люблю. Я люблю, я вот выбегал сегодня такой, если у меня была бы такая кружка, я бы выбегал быстрее. Кого? Мы и чай пьем, и кофе иногда, так что... Нет, никакой рекламы, ребят, никакой рекламы. Это чистая воды информация. Скажите, а вот из термокружки когда-нибудь пробовали пить либо кофе, либо чай там? Пил. Нет, не удавалось. Иногда. Нет. Пила, пила. Ну, вот, наверное, догадывайтесь, в чем свойство главное. В том, что она сохраняет вкус и аромат. И... Сохраняет тепло. Да, ну, сохраняет тепло, да? Тепло. Умница. Не протекает. Наверное, долго сохраняет свой горячий... Горячий вкус. Мы не рекламируем, мы информируем, друзья. Это кружка Бруго. Уникальные способности, не поверите, я сам не поверил. Во-первых, экологически чистый материал. Во-вторых, цвета, очень много этих цветов сразу выделяется, да? И в-третьих, ноу-хау. У нее есть термокамера. Его так наклоняешь, помещается в термокамеру. Оп, пьете уже не горячий кофе обжигающий, а такой приятный, теплый. Как, по-вашему, для термокружки это полезное свойство? Наверняка, да. Конечно, я уважаю все инновации. Думаю, да. Я думаю, это хорошее, полезное качество. В общем-то, да, ничего, я считаю, хорошее изобретение. Да, очень прикольно. Очень прикольно. Не, мне кажется, моя футболка круче. Кого? Ну, очень удобно, на самом деле. Цвет прикольный, и вот эта вот штука тоже классная. Ну, удобная. Красивая. Стильная. Очень красивая. Ну, забавно, яркая. Красивая, да. Модный цвет фуксии. Удобно. Яркая, симпатичная. В мою большую руку такая большая кружка отлично ложится. Очень полезная кружка для хозяйства, особенно для автомобилистов. Кому бы вы подарили такую кружку? Себе бы оставил. Ей. Подруге. Кому подарил бы такую? Другу. Гусеничку. Ну, Леди Гаги только. Человек, который часто бывает в поездках. Всем можно подарить, особенно, не знаю, там... Гусеничку. Осенью, зимой. Мне кажется, очень полезный подарок. А еще кому можно подарить Бругу? Другу. Подарили? Лучшему другу. Точно, молодец. Я бы жене такую подарил. Маме, может, папе. Я бы ее вообще никому не подарил, бы себе оставил. И еще самое главное, хотели бы сами себе вот подарок, эту кружку? Сейчас? Вполне, да. Да, наверное. Да? Да. Да, конечно. Я тоже хотел, но, к сожалению, в России еще нет этих кружек. Но мы будем ждать другу. Конечно. Хорошо. Это дефицит, что ли? Ну, может быть, я думаю, да. Зависит от того, сколько будет стоить. Я точно буду ждать. Самый первый человек, который купит, это я. Будем ждать другу!